Почти 1,5 миллиона избирателей придут в этом году в Приморье на выборы президента. Об этом на пресс-конференции, посвященной ходу избирательной кампании в регионе, рассказала председатель краизбиркома Татьяна Гладких. Воспользоваться своим правом голоса можно на одном из 1300 избирательных участков, которые уже образованы в Приморье. Кроме того, 41 участок будет работать в местах пребывания – аэропорту, погранпереходах, воинских частях и больницах. Помимо участков традиционных стационарных в местах пребывания, у нас край специфичный, поэтому у нас образуются еще судовые избирательные участки. На сегодняшний день согласовано образование 176 избирательных участков на судах. К работе все избирательные участки приступят с 25 февраля. С этого дня они станут пунктами приема заявлений для тех избирателей, которые будут голосовать не по месту жительства, а по месту нахождения. Кроме того, в крае внедрено еще одно новшество для удобства избирателей. По инициативе депутатов Законодательного собрания Приморского края была принята вот такая вот идея осуществить дополнительное информирование всех избирателей путем осуществления, по сути, подквартирных, подомовых обходов наших избирателей на территории Приморского края силами территориальных участковых избирательных комиссий, представителей избирательных комиссий. 7 марта избиратели смогут обратиться в свою участковую избирательную комиссию, чтобы проверить сведения о себе в списках, а с 8 марта подать заявление о желании проголосовать на дому. Таким правом смогут воспользоваться избиратели, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на избирательный участок. Режим работы участковых избирательных комиссий сразу хотела бы озвучить. С 13 часов до 19 часов по рабочим дням и с 12 часов до 16 часов по выходным и праздничным дням. Узнать, где находится ваш избирательный участок, можно по единому справочному телефону Центр избиркома 8 800 707 2018. Кроме этого, на сайтах Центральных избирательных комиссий России и Приморья работает сервис «Найди свой избирательный участок». Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.